весовой категории за 92, 97 килограммов. Красноприко Курамагомед, Курамагомедов. Мастер спорта международного класса. Его лучший спортивный результат — чемпион России 1996 года и победитель Кубка мира. Синьприко Дауд Магомедов. Мастер спорта международного класса. Его лучший спортивный результат — это победитель Кубка мира и серебряный призер чемпионата мира. Оба представители Дагестана. Подальше! Оттолкнись вот так! Ниже стой, работай ноги! Отсон! Пойдет! Держать! Пусть! Пусть!
Сам работай! Победил мастер спорта международного класса Курамагомедов, и он завоевал звание чемпиона России 1997 года Чемпион Российской Федерации весовой категории 97 килограммов Курамагомедов, Республика Дагестан, награждается дипломом Федерации спортивной борьбы России, медалью, лентой чемпиона и ценным призом. Награждение производит чемпион Европы, мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России, профессор Юрий Шахмурадов и управляющий связь банка Республики Тыва Владимир Дангакович Баир-Оол. Чемпион Европы, мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России, профессор Юрий Шахмурадов и управляющий связь банка Республики Тыва Владимир Дангакович Баир-Оол. За второе место награждается Магомедов Дауд, Республика Дагестан, дипломом Федерации спортивной борьбы России,
медалью и ценным призом. Сергей Ковалевский, занявший 3-е место, Тюменская область, награждается дипломом Федерации спортивной борьбы России, медалью и ценным призом. Награждается тренер, подготовивший чемпиона в этой весовой категории, Муса Омаров.